Сход граждан начался с обсуждения переселения из аварийного фонда. Лучшее жилье ждут 12 семей. Им предлагают квартиры в домах на улице Гастелло в Адлере и на улице Вишневой в Центральном районе. Глава города пригласил застройщиков, и жители Мирного смогли договориться, когда посмотреть новостройки, чтобы определиться с выбором. Переселение состоится в этом году. Сейчас приняты меры, и мы готовы. Но, значит, во-первых, сразу же хочу сказать, переселение квадратный метр на квадратный метр. Вот другого не будет. Но у вас там площади большие, вас это устраивает. Квартиры переселенцам покупает город, плюс 30 миллионов добавляет край. Еще одна проблема, которая требует безотлагательного решения, это подключение к центральной канализации. Дело, конечно, затратное, но большинство жителей настроено оптимистично. В любом случае, лучше иметь надежные сети, чем те же лосы или септики. Те жильцы частных домов, которые в свое время, вернее в 2005 году, построили свои канализационные сети, теперь уже бесплатно просто переподключаться. Введите, пожалуйста, эту информацию до населения, что для того, чтобы получить технические условия на подключение, вам необходимо обратиться в водоканал. Вне повестки схода была озвучена тема транспортного обеспечения. Постоянно езжу на автобусе зимой, летом, во все времена года. В период, когда начинается сезон, при сезоне, сесть в 124-й автобус жителям Мирного становится невозможно. Стартуя из Олимпийского парка, он проходит и ходит на нашей остановке практически полный. В ближайшее время будет утверждена новая транспортная сеть пассажирского обслуживания. Все просьбы и замечания жителей Мирного будут учтены. Более того, планируется, что Мирный войдет в состав нового округа, который получит название Олимпийский. Елена Овсецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.